Привет, дорогие девушки, мы в примерочной в Заре. Сейчас будем бороться с музыкой и с шумом вокруг нас. Просто это, знаете, это такое... Это гремящая музыка и орущие люди вокруг. Так, показываю себя. Я сегодня вот такая вот в горошек. И жакет у меня белый с клеточку. Цепи, сережки, пояс, туфли. Иду с работы вот такая нарядная, как всегда. Я всегда на работу очень красиво одеваюсь. Мне никто не верит, но это правда. Так, сегодня у нас два платья, по-моему. Все остальное, вот брюки, джинсы вот такие принесла. Сумасшедшие, просто безумные, драные все. Я знаю, что многие это не любят, но это необычно. Это у них такой фасон интересный. В общем, у нас сплошной сегодня лен и хлопок, девочки. Белое платье. В общем, меня пробило на какой-то натуральной ткани. У меня просто вот это платье принесла, я вам его показывала. Очень захотелось мне его примерить. Оно очень интересное. Я уже обнаружила, что здесь, видите, еще есть такие дырочки в боках, что для моих боков не очень хорошо, но придется попробовать. Все, давайте примерять. У меня все время камера сползает, я что-то после работы очумела, трохи, девочки. Не обращайте внимания, я немножко ку-ку сегодня. Супер классная, интересная рубашка. Очень мне хотелось ее померить. Я ее смотрела еще на вешалке, когда гуляла по магазину. Она очень интересная, в ней очень много разных деталей. Она состоит из очень разных фактур и расцветок, можно сказать. То есть вот разные полосы, комбинации. Видите, сзади карманчики, тоже такая полоска. Здесь на рукаве. Я не вижу, что я снимаю. На рукаве вот такая полоска. Здесь синяя полоска мелкая. И все это еще здесь вот застегнуто на пуговицы. И это такая классная вещь. Огромные широкие манжеты, мне очень нравится. Это размер large, можно было, наверное, взять medium. Но я хотела именно, чтобы она была такая пошире, побольше. Я примерила ее с такими сильными льняными брюками. Мои туфли вообще не в тему ко всему, к чему я сейчас принесла, потому что здесь нужны какие-то сандалии или шлепанцы. Но вот эта рубаха, девочки, она мне очень нравится. Я вам еще потом ее сниму и покажу со всех сторон, сколько в ней всякого разного. Она очень классная. Здесь еще такие детали красивые на карманах. В общем, Zara очень много добавляет деталей. Например, вот это вот платье. Посмотрите, какие здесь веревочки. И на них какие-то вот такие мелкие бусинки, какие-то шнурочки. Ну, вот, казалось бы, мелочь, да, но это очень клево. Короче, это рубаха. Если я буду брать ее, я возьму на размер меньше. Потому что мне кажется, что она... немножко мне как бы слишком большая. В принципе, ее можно носить как платье, если застегнуть до конца. И льняные вот такие синие брюки. Размер medium, large не было. Они мне чуть-чуть маловаты. Такие брюки, в принципе, должны быть пошире. Лен, чистый лен. Единственное, что... я потом что-нибудь еще примерю, чтобы на них посмотрели хорошо. Единственное, что они, по-моему, немножко светятся, как лен. Вот, знаете, они такие немножко просвечивающиеся. Видите, вот здесь вот у них сверху резинка, завязочка, и вот тут они мне так плотненько сидят, должны были бы быть пошире. Они есть такие зеленые, желтые и вот такие вот голубые, синие, очень красивый синий цвет. Вот посмотрите на эту рубаху, это класс, это просто шикардос, просто прелесть. Так, значит, она 100% хлопок. Стоит она $80, и вот здесь вот написано, что ее можно носить по-всякому. И так застегивается, и так застегивается. Смотрите, как интересно. Я даже, честно говоря, не поняла, в чем разница. Да? Короче, ее как-то можно... Вот эти пуговицы сбоку. Сбоку, видите, здесь есть пуговицы. Вот эти. Их можно расстегнуть и застегнуть их так, что она будет выглядеть вот таким вот образом. Можно просто застегнуть. Можно еще как-то застегнуть. В общем, короче, такой очень
разнообразная рубашка, из нее можно сделать несколько аутфитов. Посмотрите, какие интересные детали. Я вам сейчас покажу ее сзади. Здесь темно-синяя, так как на кармане. Здесь светлая полоска. Внизу тоже светлая полоска. И вот эти вот пуговицы с боков. Очень интересная вещь. Необычная, интересная вещь. Мне очень нравится. Оригинальная, красивая. В то же время классическая, скромная полоска. Понимаете? Интересный карман какой-то. В общем, класс. Так, смотрите, какая прикольная рубашка. Мне она очень нравится. Она прозрачная. Но на стратегических местах у нее пришиты карманы. В принципе, да, просвечиваются брюки через нее, но вот здесь вот все как бы скромненько, потому что два больших кармана. Мне понравилось, она еще тоже на вешалке, посмотрите, какой интересный у нее. Она как бы одним куском, у нее рукав не вточной, не пришивной, а вот таким вот одним куском. Манжет, она очень нежная, такая мягкая, приятная ткань и очень красиво смотрится. По-моему, это миоцил с чем-то, я посмотрю потом, проверю. Очень классно, прям супер она мне нравится. Такие вот рукава, она отличная вещь. Так, обещала вам показать брюки. Видите, они так плотноватые на мне, конечно, надо было размер побольше. И посмотрите, как красиво с этой рубашкой, если вот так вот узлом завязать. И она такая, опа. Очень классно. Я еще померяю ее сейчас с джинсами, наверное, в общем. Ну, короче, рубашка мне это очень нравится. Смотрите, это такое платье-халат, которое можно использовать как накидку. Вот я надела ее с брюками. В принципе, если вот так вот все расстегнуть внизу, до талии, она будет просто как такая верхняя такая накидка. Очень классная, разрезы с боков. Но если ее застегнуть до конца, она вполне может быть как платье. Видите, вот так вот. Еще, допустим, подвязать поясом, и она будет очень совершеннейшее платье. Посмотрите, какое здесь карманы. Это лен, 100% лен. Очень базовая такая песочная расцветка, вот именно для льна подходящая. Вот с такими яркими синими брюками. Я сейчас ее с джинсами, наверное, померяю. Мне нравится. Видите, она такая длинная. Очень прикольная. Вы знаете, мне что-то в последнее время, если вы заметили, которые уже видели, я все примеряю вот такой вот рубашечки. Но на пуговицах мне что-то пробило. Я вообще обычно такую вещь, такие одежды не очень люблю. А тут у меня прям какой-то... все лен, да лен, и все вот такое вот рубашечно-халатного покроя. Смотрите, ее можно надеть под пояс. Ну, может, не под такой, под другой пояс. Единственное, и в принципе застегнуть донизу, это будет вот такое вот платье, если снять брюки. Единственное, что мне кажется, что оно тоже светит немножко, просвечивается. Может быть, нужно какой-то вниз, типа подкладку или второе такое нижнее платье, потому что оно как лен, такое, знаете, немножко просвечивающееся. Но в принципе, вот совершенно полноценное платье с разрезами. На пляж можно, как накидку, на купальник, лен. В общем, очень такая прохладная ткань, карманы есть, что очень удобно. Хорошая, удобная, классная вещь. Брюки не очень дорогие, не очень. $60. Видите, написано, что это 100% лен. И это был размер medium, я примеряла. Они такие сверху на резинке, очень удобные, очень мягкие и приятные. Единственное, что мне надо было побольше размер. Тут такие завязки, довольно широкие внизу. И видите, вот светит прозрачно. Это плохо. Это очень для брюк это плохо, потому что под платье, под блузу можно надеть вниз какой-то топ, а под брюки-то чего? Так и ходить с просвечивающимися трусами, это не очень как-то. Ну, может быть, надо подобрать белье, в общем, не знаю. Это нехорошо, что они такие прозрачные. Джинсы, девочки, не пугайтесь, в них есть все. Дырки, заплаты, заляпаны как будто бы краской они, видите? Но как мне нравится. И они такие широкие, длинные. Сейчас я отогну здесь. Сколько раз я попала каблуком, когда я примеряла вот в эту дырку, вы себе даже не представляете. Я долго из нее выковыривалась. Значит, я с этой рубахой пока примерила их, но я примерю с другими вещами, чтобы вы могли на них посмотреть. Вот такие вот прикольные джинсики. О, там сзади еще, посмотрите, какие там карманы.
О, это вообще интересно. Я даже этого не видела. Класс. Это просто класс. Я знаю, не все это любят. Мне очень нравится. Я люблю драные джинсы, я люблю заплаты. Это прям мое. Не всем нравится, я знаю, но на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. И это замечательно. Поэтому мы все разные, и это прекрасно. Мне очень нравится этот джинс. Так, видите, значит, 100% лен, $70, размер large, не так уж и страшно, опять же, цена. И вот такая вот она, совершенно базовая такая рубаха. Пуговицы перламутровые, ну, приятная, приятная вещь. Очень легкая, прямо очень легкая. Ну, лен, конечно, выглядит как мятая тряпка, но лен, в принципе, так и выглядит. Так, показываю вам джинсы без халатика, просто вот так вот, как есть, с белой рубашкой. Класс, просто класс. Смотрите, вот так они выглядят сзади. Там какие-то интересные карманы на них. Прикольно. Там сзади тоже какие-то заплатки. Очень прикольная штука. Для любителей, для тех, кто любит, очень классно. Так, рубашка 72% лиоцел. Ну, как не могу запомнить, как правильно это произносить. Лиоцел. Потому что по-английски лиоцел это произносится. По-русски лиоцел. Лиоцел. А 72 лиоцел и остальное полиамид. Стоит $50, вообще недорого. Размер medium я примеряла. Это, в принципе, довольно, ну, нормально. Можно и large, в принципе. Видите, вот такой вот у нее сделан. Интересный крой, вот такой вот рукав цельнокройный. Много ткани пошло. Мы пожалели. Молодцы. Красивая рубашка, мне нравится. Еще было интересно, если эту рубашку надеть с этими джинсами. Но вы знаете, мне кажется, будет плохо. Почему я подумала? Потому что здесь есть темно-синие, и здесь есть темно-синяя вставка на кармане. Но джинсов такой оттенок, что... Ну, давайте я попробую все. Я даже не стала ее застегивать. Нет, вы знаете, мне кажется, как-то она слишком большая, слишком широкая. И такие большие широкие джинсы, вот к ним хорошо вот что-то такое и завязать. Под, ну вот узкое сверху, не совсем узкое, но не такое прям уж совсем широкое, как эта рубашка. Потому что очень они широкие. И потом, мне кажется, как-то по цвету. Здесь цвет джинсы такой голубой, а это такой другой цвет. Как-то не очень сочетается, мне кажется. Короче, эти джинсы дорогие. $90 они стоят. Ну, потому что в них есть все. Просто все, что может быть в джинсах. Вот, пожалуйста, краска, заплаты. Дырки. Большие, сильные дырки. Тут еще что-то прострочено, настрочено на поясе, сзади. Один карман обычно дырявый. Один карман вот такой, как будто криво пришитый. У меня, кстати, есть такие джинсы. Я вам показывала, из Америки привозила. Не помню, как это сзади Вольтер, по-моему. С таким же карманом, как будто бы неправильно пришиты. И тут еще сзади вот эти вот заплаты. И, в общем, сзади дырки и краска. Ну, все, 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 что можно. Видите, написано Distressed Painter Paint. А, значит, рваные джинсы с краской для валера, забрызганной краской. Вот так переводится их. В общем, джинсы для маляра, короче. Красивое белое платье с голубой вышивкой. Немножко, я бы сказала, слишком оно этническое. Слишком много в нем этники. Но в нем тоже очень много всего. Я не знаю, что за ткань, наверное, хлопок. Значит, вот здесь вот такая вот кулиска, и здесь вот два вот этих вот, две веревочки по бокам, и такие маленькие-маленькие дырочки в боках. И это все можно распустить, затянуть, в общем, сделать потуже, посвободнее. Это размер large, по-моему. Оно мне вот здесь вот немножко великовато. А, в принципе, здесь вот нормально. Если было бы medium, наверное, я бы тоже в него влезла, но я бы боялась. Вот здесь еще, видите, такая вышивка в швах. Ну и все вот это вот вышито, вышито. Я потом вам на вешалке покажу поближе. Видите, все вот такое вот. Карманов не хватает. Ну, для меня, например, вот это платье, это на курорт. Где-то
на каких-то озерах, на каких-то морях, вот такое вот платье, там, где жарко, и там, где носят вот такие вот белые вышитые одежды, потому что оно довольно этническое. Ну, в принципе, в город можно, но немножко больше оно для меня такое какое-то вот ощущение такого курортного платья на отпуск. Есть в нем карманы. К сожалению, я их не нашла. Но я чувствовала, что в нем должны быть карманы, видите? Так что все в порядке, карманы на месте. Сейчас посмотрю состав, посмотрю цену. Оно не дешевое, видите, вот очень красиво сделана вышивка. Таким болгарским крестом. Здесь бисер, на талии тоже бисер. В общем, оно, кстати, двойное с подкладкой, поэтому оно не просвечивается. У него подкладка полностью по всему платью. Может быть, только спереди, может, сзади нет. Да, мне кажется, только спереди, вот здесь подкладка и полностью подкладка на юбке. Сейчас посмотрю состав и цену. Да, оно все хлопковое, единственное, и подкладка, и платье хлопковое. Единственное, что написано, что полиэстер, но это вышивка, вот, отделка из полиэстера. Стоит оно дорого, $100. Ну, не смертельно, но не дешево. Размер ларч. Я примеряла, вот здесь оно мне великовато сверху. Ну и потом вот мне интересно, как ведут себя в стирке вот эти вот бусинки. Наверное, все поотваливаются. А может и нет, если его вывернут на левую сторону, то вполне может быть и все нормально. Так, апофеоз моей сегодняшней примерки — это еще одно белое платье. Это прямо такая испанка. Мне бы кастаньеты в руки, и можно фламенко танцевать. Это размер ларч. Оно мне узковато, потому что оно... Я думала, честно говоря, что оно такое широкое, а оно, видите, узенькое по фигуре. Я хочу вам сказать, что оно очень дорогое, оно очень красивое, но в нем есть много недостатков. В нем есть подкладка. И тем не менее, если вы присмотритесь, вот просвечивается мое белье. Хотя это не черное. Я извиняюсь за подробности, но у меня трусы серого цвета. То есть не телесного, но и не темного. И тем не менее, вот я вижу в зеркале, я вижу, что у меня как бы немножко белье просвечивается. Вообще, конечно, оно очень красивое, но опять же, очень этническое, очень для отпуска и очень такое, знаете, ну вот для фламенко. И мне бы нужен был размерчик побольше. Это ларж, мне бы хорошо было бы экстра ларж, наверное. Потому что даже здесь оно мне небольшое, вот тут. То есть экстра ларж был бы мне лучше. Тут еще есть замок, карманов нет, уже точно нет, я искала. Ну, такое эффектное, конечно, эффектное платье, красивое, такое очень испанское, хотя оно белое, но я прям себя чувствую в нем испанкой. Испанка, танцовщица фламенко. Живот только меня торчит, потому что оно очень такое узенькое. Да, оно, конечно, все хлопковое, и само платье, и подкладка, видите, подкладка вот здесь вот пришита, и она где-то вот до оборочки вот так вот идет. На рукаве подкладки нету, вот такой вот, оно совершенно прямое, и вот внизу вот эти вот воланы, рукав реглан, цена $200, не знаю, совсем не на $200 оно не тянет. Размер ларч, потому что, да, оно красивое, да, ну, в общем, такое. Ну, во-первых, очень специфическое платье, а во-вторых, ничего в нем такого нет. Ну, хлопок, ну, два слоя хлопка, ну, вот это вот шитье, вышивка. Много есть одежды, в принципе, вот такого плана здесь. Кстати, видите, оно разное. Вот здесь такое шитье, на платье другое, а на волане... На одном волане шитье как на рукавах, а на другом как на платье. Да, интересно, постарались, да, сшивали много разных кусочков, но, опять же, на $200 как-то, не знаю, мне кажется, это слишком дорого. Хотя, конечно, платье красивое. Все, дорогие мои девочки, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, полезно, весело, приятно. А сегодня все, люблю, целую. С вами была Дита из Канады, всем пока, всем бай.